Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный и мой товарищ серый брянский волк. Всего два бокала вина и частенько разбавлял их водой. 3 стакана теплой воды с соком 1 лимона. Очень здорово понижает давление. Спал всего 4 часа. Бочек много, поэтому пробуем по чуть-чуть. Что понравилось, запоминайте нумерацию бочки, откуда наливаю. Первая бочка – вино полусухое. Называется вино Ра-де-да. Переводится оно как свадьба. Вино из первого кувшина, которое вам сейчас наливаю, это на самом деле самое популярное вино. Это любимое вино товарища Сталина. Ваньчкара? Ваньчкара, еще одно у него есть? Проходит процесс вертения. Обратите, пожалуйста, внимание, именно здесь сами. Старым, проверенным действующим способом коптим свои сырые мясо. Печь, дрова, копилочки все управляют. Копилочки с ольхов, дрова тоже, естественно, ольха. Запомнили? Ольха, граб, да. Первым у нас идет сыр с коровьего молока горячего копчения. Косички пробовали? Да. Если, пожалуйста, косички наши домашние с коровьего молока. Да, вырезка она сухая прям. С жирком пробуем.
чуточку медом подлечимся, немножко, так скажем. Про мед расскажу. Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь?» И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела. Под куполами храмов быть свободными, молила Бога
Schlag sie kurz weg, ich schau dir kurz. Sei ganz ruhig nicht gelanna, war ohne Herzschlag. Ulla Хвана ир полица срая зала, улашаум чужих пейцах, у нее лапках.